Привет! В сегодняшнем выпуске расскажем вам о корме для маленьких декоративных кроликов Vitapol Karma от польской компании Pivi Hobby. Корма для домашних животных под брендом Vitapol пользуется большим признанием и популярностью на мировом рынке с 1992 года. А сами товары этого производителя представлены в 50 странах мира. Интересно, что корма Vitapol производится с учетом последних научных открытий в области кормления домашних животных и содержит комплекс натуральных полезных компонентов, ароматические травки и другие полезные добавки. А теперь об этом корме. Прежде всего, он упакован в красочную картонную упаковку, которая имеет прозрачное окошко, где можно рассмотреть содержимое. Упаковки могут быть весом 400-500 грамм, 1 и 2 килограмма. Также следует отметить, что корм упакован в барьерную пленку с защитной атмосферой. Благодаря этой технологии снижается содержание кислорода, в результате чего продукт сохраняет свежесть в течение 2 лет. В составе корма злаковая дерть и злаковые продукты, послеэкстрадиционная подсолнечная дерть, пшеница, ячмень, люцерновая мука, кукуруза, прессованный горох, сушеная морковь, прессованная фасоль, кукурузные хлопья и много чего другого. В общем, внешне корм выглядит очень даже хорошо, да и запах у него тоже приятный. Кроме того, в смесь добавлены свекла и морковь, которые в свою очередь являются источником витаминов группы В, ПП, АС, а также других полезных минералов, которые улучшают работу иммунной системы животного. А вот по поводу содержания кукурузы и гороха в корме точатся споры. Многие говорят, что такие ингредиенты могут быть вредны для кролика, так как вызывают вздутие и газы. Но в высушенном виде и в умеренном количестве они даже полезны зверьку. А так как в корме его содержится небольшое количество, то вашему питомцу ничего не грозит. Рекомендованная суточная доза корма 50-85 грамм, в зависимости от размера кролика. А ваши ушастики уже пробовали такую вкуснятинку?